Выездная школа реставрации начала работать в мастерской Центрального музея военно-воздушных сил в Монине впервые. Ее научный руководитель – российский живописец, монументалист и дизайнер Юрий Вайс. Реставрация – такое дело, что можно великолепно знать теорию, вот, а сталкиваешься с предметом, например, с бюстом, вот, и видишь, что тут теория не поможет, тут нужен творческий подход. Руками и работая рядом с человеком, имеющим большой опыт, вот это самое важное. То, чем здесь и занимаются ребята. Организаторы школы реставрации – Центральный музей военно-воздушных сил и Союз реставраторов России. Для участия в этом научно-образовательном проекте из большого числа желающих были отобраны 5 студентов, прошедших отборочный тур, предпочтение в котором отдавалось выходцам из регионов, занимающимся по специальности скульптура. Они из Екатеринбурга, Перми, Чебоксар, Казани и Московской области. Здесь, в музее, под руководством опытных преподавателей, молодые реставраторы работают над коллекцией гипсовых бюстов легендарных полководцев, маршалов и летчиков Александра Суворова, Ивана Конева, Константина Орлова, Ивана Полбина и Михаила Мишука. В Монино мы впервые. Нам нравится эта площадка. И нет у нас такой вот привязки, что мы именно в одном городе, где-то в Москве, реставрируем. Нам, конечно же, интересны регионы, потому что именно в регионах сосредоточены интересные музеи, храмы, объекты культурного наследия, которые именно требуют повышенного внимания со стороны специалистов, со стороны нашего реставрационного сообщества. Бюсты, над которыми работают реставраторы, выполнены из гипса. Эти скульптуры поступили в запасники музея в разное время, начиная с 80-х годов прошлого столетия. В данный момент мы восполняли утраченные фрагменты, сколы, трещины шпаклевкой. То есть есть гипс, который осыпается, и нужно восполнить форму. Действительно необычное место с таким, с такой большой, богатой историей, и что здесь такие люди были, как Гагарин, нам все интересно, любопытно. Опять же, чувство гордости, что я здесь был. Обязательно посоветую всем своим знакомым сюда приехать. Союз реставраторов России такие мероприятия проводит во многих регионах нашей страны. У нас в Монине, в Центральном музее военно-воздушных сил, школа реставрации начала работать в конце января и продлится по 8 февраля. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.